Круглый стол по глобальным инвестициям прошел в Астане с участием иностранных инвесторов, международных экспертов, а также руководителей отраслевых министерств и квазигосударственных компаний. Аким Актюбинской области Ералы Тохжанов подписал 5 меморандумов на 430 миллиардов тенге в таких отраслях, как металлургия, строительство, здравоохранение, экология и логистика. Первый проект – это сталеплавительный завод, фактически, это комбинат. На 282 миллиарда, по большому счету. Это по производству спецстали. Этот проект важен не только для Актюбинской области, для Казахстана в целом. Второй проект, это связано у нас по онкологическим заболеваниям, поэтому мы с компанией «Архон» подписали соглашение на строительство ПЭТ, которое будет охватывать не только наш регион, и он будет базироваться совместно с циклотроном. Уникальный центр ядерной медицины для лечения онкобольных построят турецкие инвесторы в Актобе. С помощью позитронной эмиссионной томографии и новейших медицинских технологий рак можно будет выявлять на ранней стадии, отметил Ералы Тохжанов. Кроме того, успешно завершились переговоры по строительству новых канализационно-очистных сооружений в Актобе. Мы договорились с ОБР сегодня начать с 2023 года этот проект. Поэтому, я думаю, он даст. Это проблема, честно говоря, экологическая, и поэтому эту проблему мы решили, в принципе, тоже поставить точку. Поэтому вот такие проекты сегодня нами подписаны. Я думаю, все это даст не только Актюбинской области, в целом нашей стране. Я думаю, по ряду вопросов, честно говоря, у нас имеется больше возможности, но это уже на перспективу. Особый интерес у зарубежных гостей вызвал проект завода по утилизации попутного нефтяного газа на месторождении Хожасай и производство промышленной химии для нефти и воды. В ходе переговоров стороны рассмотрели вопрос строительства мультимодального транспортно-логистического хаба, который обеспечит интеграцию сервисных, информационных и финансовых потоков. По словам Ералы Тохжанова, Актюбинская область уверенно держит курс на чистую, инновационную, диверсифицированную модель экономики. При этом проект строительство транспортно-логистического хаба особо актуален с учетом выгодного географического расположения региона, растущим экономическим потенциалом формирующейся четвертой агломерации и планами по становлению Актобе городом-миллионником.